Всем привет, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в City Skylines. Продолжаем строительство и развитие нашего города. Так, давайте смотреть, такой замечательный большой город, собственно, да? Что нам требуется? Нам требуется, естественно, коммерция. Удивительно, но даже производство такое, сказать. Есть, конечно, спрос на него, но не такой большой, да, как обычно. Окей, так, давайте посмотрим, как работает наша станция. Работает, по-моему, она прекрасно просто. Просто замечательно, да. В прошлый раз мы с вами запустили метро. Метро, которое тоже, видимо, как очень даже пользуется спросом. Да, уже, да. По-любому сейчас обгонят автобусы эти, естественно. Естественно. Так, и мы начали с вами строительство райончика заводского. О, как здесь расстроился тоже, смотрите, да. Прям моментально захватили все заводы. Просто моментально. Даже еще места есть не под застройку, так что пускай по мере надобности они нам тоже застраиваются здесь. Так, мы тут с вами такое, так сказать... колечко сделали, если это можно так назвать, да? Но, тем не менее, вроде пока пробок нет, и ладно. И хорошо, значит, это дело работает, окей. Давайте, собственно, что, строить дальше, строить наш город дальше. Уже на этом берегу будем продолжать, я думаю. Но, естественно, здесь мы сейчас с вами сможем построить райончик вот такой вот дальше, да? Кстати говоря, наверное, так и сейчас сделаем, продлим тоже до сюда, до реки уж тогда его. Почему бы и нет, да? Так, где там наши дорожки? Где там наши дорожки замечательные? Так, тут есть, тут нету, тут перекресточек есть. Тут у нас еще и парк стоит, да? Красота, окей. Сейчас сделаем как-нибудь... Оп. Оп, вот что-нибудь такого вида. Так, до сюда... Нет, тихо, спокойно, до сюда идем. Сюда не привязываемся, что называется. Так, далее у нас идет дорога. Где? Дорога идет вот тут, видимо, да? Видимо, да. Так, до сюда идет, но здесь, естественно, тоже не привязывает. Ой. Давайте так, наверное, как-нибудь сделаем. А, так, в эту сторону тоже надо что-нибудь придумать, да? Что-нибудь в эту сторону тоже надо придумать. Ну, тихо, спокойно. Что-нибудь такое вот придумаем примерно. Окей, до конца уже сюда делаем с вами, естественно, это делаем, чтобы не оставлять на потом его. Так, здесь нету, здесь опять перекресток у нас есть, получается, да? Ну как, опа-на, немножко неровненько, да? А, ну ничего страшного. Ничегошеньки страшного. Так, давайте сюда идет. Можно вообще вот так сделать его. Не, ладно, уж прямо сделаем. Сюда, сюда, допустим, так. Ну, как-то так. Как-то так, я думаю, будет нормально. Так, и заселяем здесь малой плотностью, естественно. Естественно, малая плотность. Сюда, пожалуйста, приезжайте, приезжайте. Здесь, здесь, здесь. Домишки свои строить, потому что мало ли кому-то больше нравится в таких домах жить, да, чем в таком огромном городе. Всякое возможно. Но, тем не менее, здесь рядом всякие все удобства, все необходимые удобства. Плюс здесь еще и метро, тем более, теперь есть. Вообще красота, по-моему. Так, все. Сейчас они будут заселяться. Давайте здесь тоже заселяйтесь. Здесь. Так, а вот тут я, наверное, сделаю коммерцию. Тут я, наверное, сделаю коммерцию, потому что спрос у меня все-таки есть. Сделаю малую коммерцию, скорее всего. Скорее всего, сделаю малую коммерцию. Да, и здесь, скорее, тоже можно ее сделать так-то. Если разобраться, да? Почему бы и нет? Пускай будет. Пускай будет. Вот прям здесь застраивают, пускай застраивают. Так, а вот тут-то что, кстати говоря? Тут-то это. Дома, давайте жилые поставим. И здесь тоже коммерция. Давайте, оп-оп, все, вот так застроим. Ну и здесь тоже. Так, а тут тоже дома. Тут тоже к нам домишки приезжают. Во, все. Все, отлично, проверяем сразу. Так, вода есть. С электричеством, кстати говоря, с электричеством беда, да, уже надо еще немножко ставить, мне кажется. А, в принципе, мы можем поставить дамбу еще одну вот сюда. Вот сюда еще одну дамбу, допустим, можем поставить, да, попробовать. Так, я боюсь, что здесь зальется это нафиг. Вот сюда можно и поставить так-то. Давайте попробуем, давайте протестируем, как это будет работать. Вообще не будет работать, не знаю, может и не будет. Может быть и не будет. Так, вот отсюда мы поведем ее. Во. Тихо, спокойно. Как-то не посерединке, да, получается, некрасиво. Некрасиво, не посередке. Знаешь, что ж ты будешь делать? Из-за рельефа. Все, из-за рельефа. Может, рельеф подровнять немножко. Хотя мы можем здесь поставить, попробовать сейчас. Давайте просто место найдем оптимальное, чтобы тоже рельеф сильно не трогать. Так, а если здесь. Вот, да, вот так можно. Тихо. Вот, только что я нашел. Да ёшки, матрешки. Давай, тихо, тихо, тихо. Вот, пробуем. Пробуем, давайте. Станция, перекресточек, перекресточек. Перекресточек, дамба. Так, вода, спокойно. Спокойно, вода. Главное, чтобы нас сейчас не залило там.
О, водичка, да ты чё? Ну ты чё, водичка? В смысле, дамба, ты чё, работай давай. У тебя же все идеально. Слив есть, тут вода есть. Сейчас нас затопят. Сейчас, ребята, нас будет затапливать. Если она, как бы, это самое, не проснется вовремя. Так, ну, в принципе, тут еще на возвышенности все равно. Но вода очень быстро сейчас затопит все пути еще нам. Или нет? Работать будет сейчас ранка или как? Пока не работает. Пока не работает. Не, ну здесь-то работает, а здесь почему не работает? Здесь, по-моему, течение еще сильнее было. Давай работай ты. Ладно, подождем немножко, а вот заработает. Главное, чтобы не затопило. Главное, чтобы не затопило. The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should Да avoid roads and ладно. waterfronts. A tsunami has struck the city. Take Да caution and avoid roads ладно. and Цунами. waterfronts until the water Сколько, recedes. сколько? Подождите, или цунами, или это вот это вот? Если вот это цунами, то это херня, а не цунами. Серьезно, подождите, это цунами? То есть, серьезно, это цунами? Ну, такое себе на реке цунами что-то. Не, ну ладно. Окей, допустим. Ну да, потопит нас, сейчас вон машинки понесло. Вон машинки наши понесло. Да, похоже, это цунами. Похоже, это цунами, ребята. Но это что-то такое себе цунами на самом деле. А, нет, нет. Все-таки вот оно идет. Вот оно все-таки идет, да, где-то? Или что, я понять не могу. Цунами. Ладно. Окей. Короче, даже если это цунами, ну, мне кажется, просто на самом деле ты вот из-за этого. Мне кажется, это из-за этого. Скотина, ты какого хрена не работаешь? Скажи, пожалуйста, мне на милость. Какого хрена ты не работаешь? Ну-ка. Так, у всех проблемы с водой, у всех проблемы со всем. Построили, блин, дамбу, называется, улучшили, да, состояние города. Короче, где цунами-то? Какие-то волны маленькие есть, но не похожи на цунами. Да и здесь не похоже на цунами, какая-то хрень, честно говоря. Ну ок. А, все типа, да? Ладно, допустим. Допустим, это было цунами. Ну, видимо, все. Видимо, на этом все, что называется. Окей. Окей. Такое вот, ребятки, цунами у нас случилось на реке причем. Так, а здесь сразу меня больше волнует, что это не работает. Какого-то хрена непонятного. Ладно, сейчас снесем и тогда сейчас попробуем что-нибудь еще придумать. Так. Ну давай мы это убираем тебя, я вообще не знаю, какой хер ты не хочешь работать, да, убрать. У нас только из... Вода, серьезно. Давай, ты уже быстрее, не дури. Во. Во, пошло дело. Пошло дело. Сейчас с водой все будет хорошо, ребят, не переживайте. Сейчас с водой все будет хорошо. Сейчас поток обратно сюда ринется, и все нормально будет. Так, дома снесли, хоть дома снесли, молодцы. Такое себе. О, кстати говоря, у нас спрос на жилье появился, надо же. Вау, я прям удивлен. И магазинчики есть, да, и спрос на жилье теперь есть. Вообще все есть, все на свете есть, отлично. Так, только светофор надо убрать. Только светофоры надо убрать. Так, с... Господи, боже мой. Давай. Светофор минус, минус, минус. Так, тут убрать светофор. Все, вроде нормально, да, все теперь? Теперь вроде бы все замечательно. Так, тут у нас район школы достаточно, между прочим. Как бы это... Если что, вдруг. Если вдруг кто не знал, да? Так, здесь то же самое, здесь то же самое. Это все один и тот же такой район, получается, у нас большой. Вот, все. Это район заводских рабочих. Так, ну что? Растеклась обратно хоть? Ну, растеклась. И то хорошо. И то хорошо. Хоть проблем с водой сейчас не будет. Правда же, не будет? Вода. Ну-ка, давай обратно сюда. Заполняй русло, пожалуйста.
Так, а что с цунами-то? Все? Все-таки это было все, да? Окей. Я понял. Я вас понял. Так, дома какие-то заброшенные появились, покуха. Это все из-за воды, да? Все из-за воды. Ну, что там? Вода будет сегодня в рационе, нет? Городу нужно больше воды. Да сейчас нормально все будет. Сейчас вон река заполняется, смотри. Река заполняется, вон как. И вода сразу в город прибывает. Оп-оп-оп. Вот и все. Вот и везде вода уже есть. Вот и везде вода уже есть. Ну, можно еще, на самом деле, одну поставить, потому что, как бы, все равно пригодится, да, тихо, спокойно. Все равно пригодится рано или поздно, да? Так, сюда чуть-чуть, давайте присобачим. Во. Так-то лучше. Лучше? Лучше, отлично, везде вода есть. Замечательно. Так, пару зданий заброшенных сейчас мы удалим. Сейчас мы удалим, чупонька, чупонька. Так, строимся заново, ребят, приезжаем, стесняемся, пожалуйста, спасибочки. Так, заводы стоят, все работает, все замечательно. Все огонь. Все огонь. Так, сюда заезжают, сюда машины тоже заезжают. Красота. Красота, что тут скажешь? Ну, почти красота, если бы не было загрязнения вот этого вот. То было бы... Так, тут пожары, кстати говоря, ребята, возникают. А, товарищи пожарные, вы уже едете, да? Вы уже едете по вызову. Отлично, молодцы. Давайте. О, загорелось все, елки-палки. Давайте, ребят, быстрее приезжайте. Вас тут немножко это... Ждут чуть-чуть. Вас тут чуть-чуть ждут. Тушим, 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 ребят, давайте. Вот, тут склады горят. Склады какие-то горят, ребята. Правильно, там проезжайте. Там проезжайте. Все потушили, молодцы. Так, с электроэнергией тогда мы все-таки пока что сможем сделать. Мы тогда сможем еще поставить еще одну солнечную станцию. Я думаю, это будет лучше всего, на самом деле. Чтобы не заморачиваться, так сказать. Не заморачиваться с этими... с дамбами, которые что-то непонятно как работают. В том плане, что то работает, то нет. Такое себе, да, удовольствие. Так, тут тоже что-то горит. Пожарные, у вас тут есть служба пожарная, я знаю. О, приехали, молодцы. Молодцы, замечательно. Так, тут тоже заброшено, смотри, что-то стоит. Удаляем сразу, тут сгорело, что-то удаляем. Рабочих не хватает, ничего страшного, сейчас хватит. Так, люди, во-первых, сюда приезжают, да? Да, сейчас будет у них новый район еще. Сейчас у них еще будут новые районы, не переживайте. Так. Здесь вдоль реки, что у нас будет располагаться. Тут у нас будут по-любому магазины. Причем сразу крупные пущу, давайте здесь. Давайте. Чпоньк. Чпоньк, 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 чпоньк. Вот. Крупные магазики здесь строите, пожалуйста. Так, тут у нас будет райончик. Давайте мы здесь, знаете, что сделаем вообще? Мы тут сделаем вот так. Так, стоп. Вот такие вот дороги. Здесь у нас будут только такие дороги идти. Так, а большие дороги какие есть? Там вот такого плана, да? Односторонние есть. Давайте, да, с такими зеленушками здесь будем делать дорожки. Все, абсолютно все. Давайте. И я хочу такие дороги здесь красивые делать. Все-таки другой берег, другие правила, да, что называется. Другой берег, другие правила. Да, как-то смотрится уже получше. Как-то уже покрасивее смотрится. Так, хорошо. Все. Так, сейчас ни воды, ни электричества вот здесь, естественно, нету, да? Ну, естественно. Так, сейчас будем делать. Не переживайте. Шпоньк сюда. Сюда. Так, а с электричеством чего? Электричество вам поможет лэп. Замечательный наш чудесный лэп. Давайте. Вот сюда. Вот так прям через речку Херакову. Все. Подсоединяем. Электричество есть. Молодцы. Молодцы. Довольные и счастливые, надеюсь, теперь, да? Я надеюсь, что да. Так. Что у нас будет в этом круге? Ну, во-первых, у нас в этом круге будут, естественно, дорожки. Наши любимые располагаться. Тут, наверное, даже асфальтовые сделаю. Вот вообще, по красоте, что было. Чего, в смысле? Не хочешь привязываться? Ладно, сейчас сделаем вот так вот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Чпоньк. Нормусь. Нормусь. Так. Давай теперь отсюда. Отсюда, говорю. Ить-ить. Так, сюда идет куда-нибудь центр. И от центра уже сюда. Во. Отличная кривулина получилась. Ну ладно, нормально, нормально. Тем не менее, что они могут здесь добраться? Могут. Вот и все, вот и хорошо. Так. И по кругу у нас тоже будут кафешки какие-нибудь. Какие-нибудь кафешки. Где-то более-менее крупное место есть. Вот здесь давайте кафешку. Здесь по квадратик давать кафешку. Так, вот здесь можно что-нибудь застроить. И здесь парочка, давайте вот так вот тоже. Все. Остальное, думаю, пока оставим, застраивать не будем. Тут лучше какие-нибудь там камушки, деревья положим, что-нибудь такое. Что-нибудь такое. А здесь можно и поставить, в общем-то. Так, светофоры сразу, до свидания. Тут вообще вас не должно быть даже. Так, убираем, убираем. Так, тут нету. Есть, убираем. Все, убрали. Отлично. И дома, в смысле дома, говорю. Не дома, а дороги тоже сейчас озеленим, так сказать, немножечко.
Так, вот сюда нам нужно провести дальше, да? Естественно. Естественно. Так, пока вот так сделаем. Так, доступность канализации у вас малая, да? Надо бы побольше немножко все сделать. Ну ничего, сейчас добавим. Сейчас добавим вам очистных сооружений этих. Не переживайте, господа. Так. Чпоньку сюда давайте. Ты, надеюсь, привязалась или нет? Привязалась вроде как. Ну и хорошо. Ну и замечательно. Так, отлично. Отлично. Так, дома. Дома спокойно. Тут что такое? Людей не хватает. Ну, да вы что? Да вы что? Людей не хватает. Сейчас хватит. Сейчас. Просто жилье большое у нас, да. Сейчас все будет. Так, электричество. Так, как бы вам так протянуть его? Более-менее безболезненно, что называется. Да, ну давайте сюда вот так. Сюда пока вот так. И пока как-то так протянем, чтобы просто электричество было и все. Вот, теперь нормально. Теперь вам рабочих не хватает, да? Ну, естественно. Ну, естественно. Так, такой круг на самом деле вниз идет. Окей. Сейчас все будет. Сейчас все будет, не переживаем. Так. Будет, как только мы поставим с вами вот такие вот дороги замечательные. Так, давайте. Здесь по центру где-нибудь идет сюда дорога. Где-нибудь по центру идет дорога вот сюда. И как-то она прям к кольцу к этому, да, идет. Ну ладно, до сюда пока она будет идти, значит. До сюда пока она будет идти. Отлично, такая парковая дорожка. Так, здесь сейчас тоже заменим, естественно, дороги нормальные. Это убираем, спасибо. Дороги. Здесь заменяем все это дело, чпунь, будьте любезны. О, красота какая, смотрите, как красиво, да, с такими деревьями, дороги. Все сразу такие счастливые становятся, ну еще бы. Ну еще бы, слушайте, вообще замечательно, да? Красота да и только. Красота да и только, что тут еще сказать. И я надеюсь, никто не будет жаловаться теперь у нас на шум. Так, кто-то помер. Воу, а что такое? А что с водой-то? В смысле? А что опять с водой не так? Дамба работает, все работает. Ну, что за волны? Что, блин, за волны? Я не понимаю. Это очередной типа цунами? Да не. Какая-то, короче, непонятная штука. Ну ладно. Может, там молния ударила или еще что-нибудь такое. Так, ладно. Давайте, собственно. Кстати говоря, на производство спрос вообще упал. Удивительно. Удивительно. Ладно, будем делать, собственно, улочки наши, да? Тоже такие деревья. Здесь берем красивые и делаем. Делаем улочки, естественно, да? Так, ну, примерно, что называется. Примерно, чтобы было ровненько. Если не очень, то и ладно. Если не очень, то и ладно, в общем-то. Так, и здесь тоже где-то посередке делаем вот так вот. Посередочке делаем вот так вот. Хорошо. И здесь тоже... Тоже на глазик, что называется, да? Примерно лепим на глазик. Сюда дорожку, так. Сюда дорожку, вот так вот. Вот такие замечательные здесь улочки у нас будут. Так, и сюда люди, пожалуйста, приезжайте. Здесь будет у нас плотная застройка. Плотная, прям самая-самая плотная застройка, которая только может быть. Давайте сюда. Пожалуйста, приезжайте. Место как раз-таки для вас. Окей. У нас что-то это жители разъехались. Было 25 тысяч, блин, стало 22, жесть. Но ничего, сейчас новые дома появятся, и все будет у вас хорошо. Я прям в этом уверен. Так, а у вас что тут с метро? У вас тут... Тут-то метро нет никакого, да? Ладно, ничего страшного, это дело исправим еще. Мы это дело еще исправим. Так, как там у вас по медицине? Все нормально? Ну, нормально, да. Так. Тут тоже более-менее все вроде как. Так, бани. Вот медицинские вертолеты можно было бы на самом деле потом еще поставить тоже. Медицинские вертолеты. Куда бы вас поставить, да? Куда-нибудь сюда, может быть? Почему бы и нет, да? Пускай будет здесь. Пускай будут тут медицинские вертолеты у нас. Так. Окей. Если будет надо, что называется, то, собственно, они будут отсюда стартовать. Но я думаю, что не надо. Так, в ближайшее время. Так, окей. Пожарные вышки, пожарные вертолеты. Вот пожарный вертолет можно тоже было бы поставить. Так, пожарный вертолет я бы поставил бы. Можно, конечно, и здесь тоже их поставить. Почему бы и нет, да? Вот так вот как-нибудь, да? Или вообще с этой стороны, смотрите.
Вот, вот так вот, да? Давайте здесь поставим, наверное. Поставим, наверное, их здесь. Пускай будут стоять. Как раз выезд здесь у них, да. Отлично. То, что надо. То, что доктор прописал. Так, только за бюджетом следить надо, потому что у нас проседает сейчас смачно очень сильно. Очень сильно проседает. Так, вода, вода, вода. Сейчас, сейчас все будет, граждане. Сейчас все будет, не переживайте. Не переживайте. Сейчас у вас все будет. И вода, и еда, и что хотите. Так, недостаточно товаров для продажи. Заброшенный, я понял. Ну, блин. Куда вам еще больше? У нас так производство до хрена всякого разного. У нас так производство просто до хренища. Вам, видимо, нужно это самое. Товар еще отсюда, да? Товар еще отсюда вам нужен. Так, ладно. А что я хочу сделать? Я, наверное, сейчас здесь дорогу тоже как-нибудь соединю. Вот с этой вот я дорогу соединю как-нибудь. Отсюда. Так. Отсюда как-нибудь соединю. Только единственное, что здесь запрет будет, наверное, для грузового транспорта, чтобы он не ехал вот сюда. Не знаю даже, есть ли смысл, нет смысла. Очень не хватает товаров, да? Очень не хватает товаров, поэтому нужно по-любому как-то с дорогой соединять. Тем более здесь терминал с торговой. Сюда хотя бы будут все ездить. Ладно, сейчас давайте соединим, тогда придумаем что-нибудь. Так, давай, если мы еще соединим тебя. И вот так. Господи, боже мой, как же криво. Как же криво. Так, давай, выезжай сюда. Вот так, идешь, 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 идешь. Сюда, молодец. Немножко криво скривилось, ну да хрен с ним. Ну да хрен с ним. Так, сюда идешь, вот сюда. Сможешь так? Ну, что-то типа того. Что-то типа того. Так, и тогда, значит, с этой дороги тоже надо сюда провести. С этой дороги тоже надо сюда провести. Сейчас проведем. Так, сейчас проведем. Не переживайте, голубчики. Главное не... Что? Так. Придется, видимо, вот так вести все-таки, да? Ладно, ничего страшного. Давайте. Я же, называется, не гордый. Я могу и так. Так. Сразу сейчас слоем, только откуда она будет. Вот так вот, да? Так, ладненько, давай далее по плану. Не-не-не, не привязывайся, да не привязывайся, ёшки-матрёшки. В смысле слишком крутой склон? Для чего? Куда тебе слишком крутой склон? У тебя склона никакого нету. Ох, ты ж ёжики. То есть все так запущено. Ладно, мы сейчас сделаем там подземный, наоборот. Тоннельчик здесь. Подземный тоннельчик мы сейчас сделаем здесь. Так. Ну что, товары-то есть? Вроде как есть товары. Не везде, правда, но есть. Так, сейчас заброшенное здание сразу убираем. Сразу убираем. Так. Да боже мой, сколько забрашивается. Заброшено тут. Так, ну вроде товары едут. Вроде же товары едут, да? Вроде товары... Так, и здесь делаем по-любому старый город. Сейчас политика. Политика вот этого вот всего. Вот этого всего чуда. Здесь будет только старый город. Потому что, чтобы нам просто так здесь... Порожняком никто не ездил. Чтобы порожняком тут нафиг никто не ездил. Вот это вот все. Ну, кроме как вот здесь. Это ладно. Но вот до сюда у нас идет старый город. Даже, наверное, это уберем пока что. Пока что, наверное, это тоже уберем. Вот так вот все. Здесь старый город. Так. Ivy District. Окей. Политика. Старый город. Могут. И кто здесь работает, да. Все. Старый город. Остальные здесь никто не ездит. Все. Нормально. Нормально. Так будет норм. Так, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Тогда, наверное, подземную дорожку реально сделаем здесь. Вот откуда-нибудь отсюда вот. Так, давайте. Оп, вниз сразу уходим, пожалуйста. Будьте любезны, так сказать, да? Нормально? Ну так, более-менее. Сойдет для сельской местности, что называется, да? Сойдет для сельской местности. Так. Далее мы идем вот сюда. Так, далее мы идем вот. В смысле нет? Чего нет-то? Чем место занято? Я под землей, алло. О, боже мой, как все сложно. Ладно, хорошо. Давай, мы идем тогда сюда. Еще ниже. Еще ниже идем. Так, отлично. Далее. Мы идем вот сюда. Так, нормально? Должно быть нормально. Хорошо. Дальше мы идем. Вот сюда.
таким вот образом. И идем дальше совсем на поверхность. Во. Вот. Какая-то херня тут. Что это такое? Но, тем не менее, это вроде как работает, да? Это вроде как работает. Тем не менее, так, светофор здесь точно не нужен. Все, убрать светофор. Нафига вам здесь надо-то его? Нафига вам здесь его надо? Надеюсь, что это будет работать. Так, как мне хочется. Очень надеюсь. Ну, поживем, увидим, что называется. Поживем, увидим. Так. Сейчас мы вряд ли это, конечно, увидим, но тем не менее. В дальнейшем. Так, хорошо. Опять же, спрос большой на коммерцию, да? На коммерцию, но при этом у нас, как говорится, говорят, что не хватает немножко продовольствия. Вот, вот здесь заброшен. Нихера себе. Нихера ж себе. Вот дела. Ладно, пока это убирать на самом деле не будем, пускай там так и здесь все заброшено. Жуть. Ладно, при этом спроса, как говорится, нету, да? Огонь. Вообще огонь. Окей, я понял. Я вас понял. Так, нужны люди. Нужны люди, люди. Короче, надеюсь, что будет работать. Да должно, по идее, должно. Почему бы нет, да? Почему бы нет? Так. Нужны люди, нужна коммерция. Я вас понял. Сейчас здесь поставим еще слой маленькой коммерции. Тоже нету здесь. Давайте здесь маленькая коммерция у нас будет. Здесь тоже крупная коммерция. Во. Как-то так. Как-то так. Здесь малая коммерция тоже здесь. Так. Здесь сейчас продлеваем дороги с вами. Это наш новый район, естественно. Зеленый, хороший, замечательный. С плотной застройкой, но при этом не шумный нифига, да? Но при этом нифига не шумный. Так, сюда дорожку просто продлеваем. Хорошо. Так, дальше мы как делаем? Опять отступаем. Так, и здесь соединяем уже. Так, здесь до сюда как-то так везем примерно, да? На глазик, что называется, здесь. Так. Хорошо, до сюда и сюда. Так, делаем, отлично. Дальше проводим чуть-чуть еще немножко. Хорошо. Так, ведем на глазик, тихо, спокойно, на глазик сюда. И здесь сюда. Вот как-то так. Какой-то такой райончик у нас получается. Так, светофор здесь тоже убираем сразу же, моментально, что называется. Так, здесь тоже не надо ничего. Никаких светофоров вам. Так, и плотная-плотная застройка тут у нас идет, район этого, давайте. Плотная-плотная-плотная приплотная застроечка. Давайте, идем сюда-сюда, здесь все, не стесняемся застраивать. Здесь и здесь тоже, вот, так. Все это застраиваем. Так, сейчас здесь вам будут школы. Сейчас вам тут будут школы, медучреждения, пожарные и прочее. Я вам даже здесь больницу отличную, здоровенную поставлю. Вот такую вот, прямо аж. Прямо аж вот такую. Сколько она, кстати, ждет денег-то? 2400, может, и не поставлю. Так, вода вам тут, вода нужна, да? Сейчас. Удивительно, да? Людям нужна вода, вау. Вот это неожиданность. Шок. Да ёпросто. Сенсация, шок, людям нужна вода. Кто бы мог подумать. Так, чепонька сюда, пожалуйста. Так, как-то так. Как-то так, так, ну а в любом случае тут здесь нужна своя полиция. Своя пожарная. Не, пожарная станция, вот такая вот обычная, я думаю, да. Давайте пожарка. Пожарка, полиция. Полиция и медклиника. Все у вас здесь свое есть. Все у вас тут свое есть. Кроме электричества. А сейчас с электричеством опять. Ну, блин, ребят, доведите до сюда уже электричество, ну, серьезно. Серьезно, это не серьезно. Доведите электричество, пожалуйста, до сюда. До ума, что называется, да? Не хотите ни в какую. Я понял, сейчас вам это... Еще магазинчиков здесь поставлю. Вот сюда, сюда, сюда. А здесь тоже крупное все будет. Все будет крупное, давайте. Все, вокруг одни магазины, да и только. Во, во, другое дело. Сразу электричество появилось, все остальное. Так, вам еще парки сюда надо поставить, да? Парк, а то у вас совсем плохо все с этим делом. Здесь давайте на углу поставим парк. Чтобы гуляли, расслаблялись. Так. Здесь поставим парк. Здесь поставим парк и... Давайте, да, и здесь поставим парк. Вот, так-то лучше, да? Так-то лучше, отлично. Отлично, замечательно. Так, ой, вам здесь парков не хватает. То сюда вам парк. Сюда вам куда-нибудь парк, короче, тоже воткнем. Здесь вам парк поставим, давайте. То совсем уж трудяги, блин, бедолаги. Так, и здесь вам тоже парков не хватает немножко, да?
Даешь парки всему городу. Давай сюда, сюда парк, сюда парк. Так-то лучше. Вот так-то уже картина немножко лучше становится, да? Чуть-чуть. Здесь у вас беда тоже с отдыхом, ну ладно. Так, окей. Парки есть, все есть. По-моему, все замечательно. По-моему, отличнейший райончик, да, получается у нас. Еще и дороги такие хорошие. Такой гористый, получается, на холму, да, вверх идет. Окей. А, я хотел вам здесь школу еще поставить тоже. Школ. Сколько он школы это ест? Да, 160 всего лишь. Чу. Фигня. Так. Начальная школа, да? Начальная школа. Где же ты у нас будешь стоять? Тебя бы тоже вообще-то неплохо куда-нибудь сюда поставить. Давай сюда и поставим, почему бы нет. Пожалуйста, начальная школа. Детишки. О, сразу по максимуму забилось. Сразу забилось по максимуму, окей. Так и должно быть. Так и должно быть. Все, дома грейдятся, грейдятся. Все люди приезжают, приезжают, застраиваются. Отлично, по-моему, замечательно. Просто шикарненько. Так. У вас, кстати говоря, еще места даже есть под застройку. У вас еще есть места под застройку. Если вдруг что. Так. Так, пожарная безопасность. Ну, тут вроде все хорошо с ней, да? Тут хорошо. Не хватает этих вам. Продукции, да, которые торговать. Коммерческий центр, потому что, блин, коммерческий центр у нас до хера. Мне кажется, здесь тоже лучше -то низкую застройку поставить. Чтобы хватало все-таки. Чтобы все-таки хватало, да? Давайте я вот здесь отменю этот высокую застройку. Немножко район поменяю по-другому сейчас. Давайте здесь отменим вот это вот все дело. Берем, все, уезжайте. Уезжайте с нашей набережной. Тут будут сейчас мелкие, мелкие селиться, что называется у нас. Мелкие застройщики. Так, все это убирайте, 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 убирайте. Убирайте, убирайте. Молодцы, убрали. Так, давайте мелкие сюда приезжайте, потому что мелким вроде нормально. Мелким вроде бы все хорошо. Так, давайте, давайте. Сюда, 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 сюда. Ух ты, чуть за пробки. Это что такое? Что? Хера себе, это что такое? Откуда? Нифига себе. Вот дела. Вот это да. Вот это нежданчики. Выезд из райончика, да, и к нему же заезд такой же. Охренеть. Да ну вы чего? Да ну вы чего, ребята? А, это, видимо, из-за того, что здесь все это само порушилось, сразу такая хрень образовалась, да? Ну ладно, сейчас, надеюсь, уйдет. Я надеюсь, сейчас оно уйдет. Так, а, вам еще крематорий здесь нужен. Кладбище, наверное, даже поставим вам сюда, давайте. Так, кладбище надо куда-то отдельно, что ли, как-то сделать. Надо, что ли, как-то отдельно сделать, да? Так, сейчас сделаем, сейчас сделаем. Главное, куда-нибудь дорожку пустить, вот эту вот, допустим, да? Так, дорожка, давай сюда прямо пойдешь у нас, так вот. Тоже красивая пойдет дорога, естественно, у нас. Красивая дорога. Так, и здесь у нас будет где-нибудь кладбище располагаться. Вот тут вот. Так, таким вот макарчиком давайте сюда расположим его. Вот здесь, оп. Крематорий рядом тоже, чпонька. Кому что больше нравится, что называется, да? Так, ну естественно электроэнергии у вас нету. А мы сейчас это сделаем по-другому немножко, наверное. Мы сейчас тут вам просто поставим. Просто поставим еще магазинчики, наверное. Вот так вот и все. Давайте, ну-ка. Все, исправил, сделал, да? Да, поправилось, отлично. Отлично, замечательно. Так, это убираем. Убираем. Так, ну пробки, давайте, уходите нафиг отсюда. Уходите, пробки нафиг отсюда. Что за жесть творится? Что за жесть, блин, творится тут? Просто лють какая-то. Столица, отлично, 26 тысяч. Так, грузовой порт. Просто порт, корабли. Угу, это хорошо. Это хорошо, мы сможем поставить грузовой порт, например, вот здесь. Например, вот здесь, но нужен ли он сейчас нам? Не знаю, пока, наверное, нет. Пока, наверное, нет. Так, я вот все думаю, надо сюда тоже метро делать. Тоже метро сюда надо делать. Автобус, наверное, сюда пускать не буду. Метро вот надо, метро по-любому надо. Так, давайте сейчас у нас здесь станция, да? Как мы это будем соединять, все дело? Может поставить здесь еще станцию? Здесь станцию? Сделать тоже какую-нибудь отдельную линию, типа, да? Давайте сейчас так. Метро у нас где будет? Тут, наверное. Ой, чуть не то. Так, метро, пожалуйста. Вот так вот, да, наверное, здесь? Пунька. На углу, как раз.
как раз прям то, что доктор написал, да? Метро еще и будет. Отлично, замечательно. Так, давайте. Линия передач. Так, как бы нам так зафигачить тебя, метро? Соединим, во-первых, наверное, и здесь вот тоже. Соединим, да? И я думаю, вот с этим районом присоединим, да и все. Вот с этим офисным райончиком. Больше пока сильно париться над этим не будем. Так. И, собственно, новый маршрут у нас. Создать новый маршрут. Да, новый, только, естественно, сразу же не зеленый. Так, не зеленый какой-то. Давай такой вот. Так, идет сюда. Идет сюда. Идет сюда. Так, я вот не знаю, дальше тебя проводить. Давай дальше проведем. Так, идет дальше сюда. Идет вот сюда. И потом в обратном порядке идет сюда. Сюда. Обратно через офисный район. Ну, чтобы там тоже центр захватывал города. Так, сюда и сюда. Все. Готово. Еще один маршрут готов. Супер. Просто зашибись. Я думаю, сейчас будет пользоваться. Да. Просто по-любому будет пользоваться, потому что он здесь сразу же идет туда. Просто сразу. Так. Что с пробками? Пробкой уходите, давайте. Пробки уходите. Так, и знаете, что еще? Кстати говоря, как наши таксишки? Целиком и полностью забиты, ну естественно, не мудрено вообще. Вообще не мудрено, то же самое, да? Ну да, 25-25. Так, надо бы, наверное, еще одно такси поставить. Тогда где-нибудь здесь, может быть, даже. Может, где-то здесь вам такси поставить еще, давайте. Раз вы так хорошо им пользуетесь, я, возможно, поставлю вам тут еще тоже такси. Так, давай вот здесь людей, короче говоря, забираешь тоже. В смысле, не забираешь, а... Ну, ты понял. Ой, как-то закопал его немножко, да? Ну ладно, работает и хорошо. Работает и хорошо. Он, конечно, выглядит не очень, что так закапывает. Но тем не менее. Так, все сейчас тоже по полной будет работать. И где-нибудь остановочку такси сейчас тоже здесь поставим. Например, вот здесь вот. Так, давайте таксишка, остановочка. Так, или где вам лучше их поставить-то? Где вам лучше их поставить-то? Такс. Может, где-то здесь? Может быть и нет. Да, давайте здесь поставим, короче говоря, пока что. Пока что пускай здесь будет. Там дальше уже видно будет. Дальше уже будет видно. Все, отлично. По-моему, замечательно, что как сразу район такой вырос, да? Так, заброшенное здание. Идите нафиг. Вот. Вам тут не рады, что называется. Давайте перестраиваемся сразу. Если чего-то не хватает, то перестраиваемся. Вот в мелких застройках все хватает, да, всего. Ну да, слишком много, мне кажется, просто магазинов у нас на самом деле крупные застройки, поэтому такое дело. Такое дело. Вот, тут все перестроилось, сейчас смотрите. Тут все перестроилось. Так. Вы сразу до свидания. Перестраивайтесь сами потихонечку, молодцы. Молодцы, что я еще вам могу сказать по этому поводу. Так. Здесь убираем. Вроде все очистили, да? Нет, не все. Конечно же, не все. Так, убрали. Здесь вот такое. Здесь убрали. Убрали все. Нет, да, зараза. Теперь точно все. Издевается, думаю, игрушка. Так, тут что-то сгорело вообще. О, пожарная, что вы не следите-то за этой темой? Так, здесь, по-моему, есть пожарная служба, если не ошибаюсь. Видимо, я ошибаюсь, поэтому сейчас будет все. Теперь есть пожарная служба, давайте. Теперь есть пожарная служба, все, следите за этим районом. Прибыль у нас опять огромная, людей 27 тысяч, кстати говоря, уже. Так-то на секундочку, да? 27 тысяч, это хорошо. Это хорошо, это прям радует. Это прям вообще замечательно. Так, заброшенное здание, потому что не хватает на товаров, видите, да? Ну ладно, о, пробка ушла, это радует. Это меня радует. Так, что с образованием здесь, все плохо, да, очень с образованием. Школа есть. Так, старшую школу вам еще надо поставить, да, куда там? Старшую школу. Вот сюда давайте тоже. Давайте, здесь у нас будет старшая школа. Против кладбища. Символично, весьма символично. Ну ладно. Тем не менее, поставим сюда. Давайте, учитесь. Можем купить с вами новую землю. Отлично. Что же это будет за земля? Я так думаю, вот это, скорее всего, да? Для этого райончика, который будет здесь располагаться по этому берегу у нас. Давайте купим ее. Отлично. Порт, я понимаю, что порт пока нам не надо. Порт, спасибо. Спасибо, порт, я все знаю. Да. Так. Да боже ты мой. Так, ну все вроде бы. Более-менее. Так, вот сразу тысяча.
А что значит по доступности школ-то? Новое здание, да боже мой, хватит об этом упоминать. Так, фигово, на самом деле, доступность школ. Можно еще побольше сделать ее так-то, да? Так-то да. Так, допустим. В принципе. Слушайте, нет, здесь все, все огонь. Все огонь, так. Все огонь. Но, мне кажется, здесь тоже заполнено постоянно, да? Ну да. 998 там. Ну ничего страшного, нормально, нормально. Нехватка образованных сотрудников, сейчас все будет. Сейчас немножко люди поучатся, и все будет. Так, а что с универами? С универами, мне кажется, все охрененно, да? Да, там всего лишь 1000, сколько там не видно из-за текста. Ну, короче, 4500 доступно, поэтому кто хочет, может сюда. Тем более метро есть, все есть, это уже по желанию, что называется. Так, и до вас до сюда не доезжают мусорники, естественно, да? Вообще никак не доезжают. Фигово, что я могу сказать. Так, а мы можем соединить, в принципе, здесь дорожку еще, да? С другой стороны, нафиг надо. С другой стороны, нафиг надо. Так, ну что, друзья, давайте серию будем потихонечку заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И до следующего раза. Всем пока-пока.